Что, добрый вечер, добрый вечер. Сегодня хотим пригласить Лену и провести, знаете, такой... Я не буду снимать сильно, но чуть-чуть. У меня вареники. И Лена говорит, и я наварю вареников. А давай сделаем ужин без мяса. То есть у нас сегодня ужин вареничный. Ну, покушаем вареники. Начинки разные. У меня будет видео о варениках об этих. Начинки у нас разные. Ну, Саша, было день рождения, даже и по 100 грамм никто не выпил. Поэтому сегодня у нас ужин без мяса. Ну, не именина, просто ужин без мяса. Ну, конечно, по 100 грамм за Сашу у нее. Так что, если вам интересно, я маленькое видео постараюсь снять, когда придет Лена. Так, ну а мы на кухню варить вареники. Все, закипела вода, я бросила вареники. Помного не бросайте, чтобы они не разлепились, потому что они тоненькие. Добрый вечер в хату, я кажу. Как там кажут, Лена? Вечер в хату, да? Ленуська пришла. Я же вам сказала, что мы будем делать вареники. У нас сегодня, знаете, как у нас сегодня ужин? Без мяса. Я говорю, Лене, я буду готовить вареники. Она каже, а я тоже. Так что смотрите на наш стол. Украинский сутостил. С капустой. Пельмени, пельмени, картошка, салат с сельди. Что у нас еще? Открывай тушенку рыбную. Ну и, конечно же, бутылочка. Сейчас мы повечеряем, как нормальные люди. Выпьем. Тортик. А, тортик мини. Сырнички. Сырнички еще. Пиво. Встань на сей есть. Короче, как нормальные люди, сейчас выпьем по 100 грамм за здоровье Сашуни. Сырники. Ого, какие сырники. Нифига. А что ты робила? Ой, вкусно. Белок взбивала. Нифига себе, які вони в тебе. А скільки муки тут у тебе? Ну, наверное, ложки 3. А що ще? 300 грам творога, яйцо, да, ванілька, ну, обична. Солька чуть-чуть. Вони навіть не похожі тебе на сильники, вони похожі на творожні пирожки. Тоже на стол. Ти ж не знаєш, куди висипати тушоночку. Ну, давай висипай тушоночку. А мисочку. Ми насипаємо на тарілку. Так, на потарілку. Зачем? Не треба. Ви що, здіваєте? Та мало. Значить, мені не сипте. Ну і не треба. На кришку її взагалі не сипте. Присаджуйтесь, пожалуйста. У нас аж буде класна вечеря. Сашка, гудні з банки висить. А нема діло. Ні, ну, може, ще ж втору підемо доставати. А потім ті в тілі спробуємо, Лен. О, господи. Да, у нас закуска є, так що не переживай. Ну, я сьогодні спеціально, щоб без сала. Присаджуйтесь. Миланич. Як ворота. А що ти, нас гості ж на м'якому стулі, Лена. Гості на м'якому? Да. А мені на мою попу твердий, давайте. А то, що я на це привикла. Ну, ти на ні, то ти ж мене нижче просто. Так, Олександр. Так, я достаю свої запаси. У мене тут заховані запаси мої. Ти ж воду будеш пити? Мато моя вода. Так, я прямо стаканом буду пити, Лена. Ну, роженіця ж, звісно. Ну, да. Ой, боже, давайте бігом, я буду вже рожати опять. Опять, 25. Да, опять. Пів стаканчика хватит, так, по этому, как говорится, по... Сашунька вже все взросла, 21 год. Да, Саша каже, ти Лені позвонила, що вареники вариш. Я кажу, Лена молодець, вона на подъем быстро. Да. Ну а що, і мама Лена нам позвонила. Вечера, да, всі. Да, ні, вона должна була сьогодні на роботі, у тебе в нас же ж карантин вихідного дня. Фух, так що, ви їжте мої вареники, да, а я буду... Куди ти свої береш? Я Ковальчуку пельмені хочу поробити. А, я думала, ти ж дома їла своє. Не їла, я тільки на їжу. А то за своїм 8 мартом на руки. Думаєш, я спросила, говорю, а що це ти на 8 марта заробила? Вона каже, лахапет. Лахапет, вообще лахапет. Можна йому один положу з картошкою? Та, пожалуйста. Ось, аж дай ложечку для салата. Я ж для салата і взяв. А, молодець. Ну все, ми, короче, ужинаємо, в рот заглядувати не будемо. Перший тост, звісно, за... А що ти з моєї тарілки береш? Що там? Та це ж ти не їстимеш їх, а я буду їсти. Я їстиму, як це? Ти їж з картошкою, я буду з капустою все. Хорошо, спасибо большое. И вот, пожалуйста, зелень наша, это уже последняя. Ты вообще будем, пришла будем... и не ешь. Не бери. Так что ж ты свои принесла, еси? Угощайся нашими этими. Все, приятного аппетита и спасибо, что вспомнили. Давайте. Ты Сашенька и дал. Та ну вы по половиночке, да? Так, ну, а це знаєш, що балагани западали? Це спеціально, так, Саня. Все, ну, будьте здорові, да, всі. За вас, батьки. Спасибо большое. Ну, і ви присоединяйтесь. Щоб доченьку, да, зобразили. Да. Дай Бог їй здоров'я. Тільки здоров'я і вам, і їй. Спасибо большое, Лена. Не буде, все буде.
Все, теперь кушаем. Не могу не показать, смотрите, какие пельмени. Ну, я разрезала, там вытекл сок. Дивите, какое тесто тоненькое. И дивите, сколько мяса. Вот это настоящие пельмени. Да. Это вареники с мясом прямо. Вова в раю живе, попал. Вовочка, привет тебе. Сама себе завидую. Смачно. А вот с картоплею, ребята. Картошон. Вкусно? Да. На здоровье. Мы тебя угостим, потому что нам банки давала. Она очень вкусная, просто... Саша меня ругает, что последнюю тушенку, которую ставила, вот так, ну, конечно, вот 10 минут я сказала 50 минут, а он теперь говорит, что чувствуются кости. То есть надо час, он всю час робил, а это... 60 минут, как положено. Ну, Саша, ну не выкинем. Ну, все, да. Не, ну она очень вкусная. Лена сказала, что забере. Так князь приедет, подожди, еще Новый год. А мама не пробовала твоя? Еще не пробовала. Наверное, экономила на Новый год. Я грибы я привезу, возюка, она... Чого ти, я кажу, не їсиш? Оце і в мене так, все на праздники. Все так на праздники. Я ж возю вам постійно, їж тут треба. Вкусно, дуже вкусно. Ну, картошка взагалі вкусна, Лене. Тож, дивіться, бачите, яке тонесеньке тісто? Тонке-тонке. Я не бачу, бачите ви чи не бачите, бо в мене... При Союзі. Ось, я говорю, сьогодні в нас прямо варенічний, варенічний рай. Вообще. Да-да-да. Знаєте... Так хорошо посидели вообще. Вареников наелись на полгода вперед. Я вам хочу показать. Вот смотрите, вареники мы сыпали в сковородку. И, ну, так все. Там чуть-чуть осталось Елениных. Ну, наши, конечно, много было. И сейчас мы разогрели. Мы сейчас завтракаем, сидим. Посмотрите, ни один вареник не слепился. И разогревали вот в таком количестве. Ну, вот на этой сковородке. О, Санечек, тому подтверждение. Ну, я вот сейчас возьму. Смотрите. И салат получился очень-очень вкусный, я вам скажу. Видите, какая красота. Так что варите вареники. Рецепт обязательно на канале будет. Потому что тонкие вареники с капустой боятся готовить. Потому что начинка с капустой, она немножко проблематичная. Но в данном случае все будет хорошо. Так что можно посидеть и накушаться от пуза и, до, как говорится, до полностью накушаться без мяса. Ну, приятного аппетита. Еще вот этот вот наше видео. Ужин на завтрак, конечно. Сидим, завтракаем и чай пьем. Саша говорит, ну чай, ну никакой нафиг. Ну вообще невкусный чай. Такой, знаешь, крупнолистовой все. А я говорю, Саша, ты что, издеваешься? Чай обалденный. И даю ему пробовать свой чай. А он мне дает свой. Я попробовала, говорю, Саша, что у тебя за помои? С одной коробки, все. К чему это я говорю? У меня, он говорит, к тебе чай вкусный. Я говорю, так это же с одной коробки. Саша добавляет к чаю сахар. И сахар, наверное, съедает. Ну, напишите, вы же, наверное, знаете. Сахар съедает вкус. У меня чай обалденный. Такой вкус терпкий вообще. И количество чая абсолютно один. Ну, чуть Саша чашка больше, то больше. Напишите, в чем разница? Это от чашки зависит или от чего? Вот видите, все познается, как говорится, в сравнении. И хотела вас это спросить и поделиться с вами. Вот я пью все без сахара. Все, я люблю сладкое, но пью и кофе, и чай, все без сахара. То у меня чай шикарный, а у Саши, ну, помои были. Просто я пробовала. Ну, теперь все.